Юта Какагая. Его должен знать каждый уважающий себя человек, так как он является родоначальником цифровой живописи. Родился он в 1968 году в Сайтаме, чуть севернее Токио. Изначально занимался обычной живописью, но затем с 1996 года перешел исключительно на компьютерное искусство. Посвятив себя компьютерной графике, Юта Какагая создает свои произведения с помощью планшета. И одним из первых добивается очень хороших результатов. В принципе, даже люди, не знающие его имени, не раз сталкивались с его работами на просторах интернета. Он занимался иллюстрированием журналов и книг по астрономии, и даже оформлением планетарий. Вдохновителями ему послужили звезды, которые еще с детства будто заворожили его. Так что ни одна картина не обходится без звезд или других небесных тел. Все работы очень приятны и мягки для нашего взора. Прослеживается великолепное распределение света и тени. Кажется, что все персонажи спустились из какой-то красивой сказки. Сказки, проникающей прямо в душу. Также Кагая очень реалистично прорисовывает все детали, а кроме звезд часто изображает воду, развивающуюся ткань и цветы. Интересный факт. Несмотря на то, что Юта Какагая рисует в стиле фэнтези, на большинстве его работ по-научному правильно изображены звезды и созвездия.